Выставка ProdExpo 2022. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Владимир Криворучко. Я директор по связям с общественностью Очаковской логистической компании. Мы участвуем в выставке далеко не первый год. Если сказать точнее, мы ее посещали практически с начала существования организации. И уже вот 5 лет подряд мы являемся активными участниками ее. Нам задают иногда вопрос, почему вы участвуете в выставке, где представлены продукты и напитки. Но если долго объяснять, что здесь вообще-то находятся наши клиенты, и это на самом деле так, и при том клиенты, с которыми мы работаем годами, мы здесь встречаемся, общаемся, у нас прекрасные отношения, и нам хотелось бы видеть, как растут наши клиенты, чего они хотят. И даже по виду выставки видны изменения, потому что, честно говоря, за годы, когда мы ее посещаем и тем более участвуем, выставка стала гораздо современнее, богаче, все лучше организовано, этого не отнять. И мы здесь, конечно, не просто на людей посмотреть, мы же хотим еще и себя показать. Мы здесь действительно каждый год находим все новых и новых клиентов. И поэтому нам эта выставка интересна, мы будем продолжать в ней участвовать. Столько, сколько будет на то наша возможность, и нас будут принимать организаторы. Кстати, все 5 лет мы находимся все время на одном месте. Мы всех приглашаем на свой стенд. Здесь стенд находится на 7-м уровне, 72 из 50. И мы всегда из года в год, вот все 5 лет участия, находимся именно в этом месте. Немножко меняется только вид нашего стенда. Мы тоже пытаемся угнаться за тем великолепием, которое здесь представлено вокруг. И, наверное, даже больше добавить нечего. Выставка прекрасная, все отлично. Мы в хорошем настроении и с большими надеждами. Это замечательно, получается, вы помогаете, вот как мосты, сделать ритейл и производители ближе друг к другу, чтобы они были друг другу очень полезны, и без логистов мы, в принципе, никуда. Вот это правильное замечание, на самом деле, выглядим мы, может быть, скромно, и кто-то скажет, что мы сами-то вот ничего, это услуги. Услуги – это вещь более, так сказать, менее видимая, но от этого не менее важное. Я даже немножко прихвастнув скажу, что да, пройдя всю эту выставку, посмотрев на то, сколько участников в этом рынке, я с гордостью могу сказать, что вот ни один из них без нас не обойдется. Прекрасные слова. Пожелаем удачи на этой выставке и до встречи в следующем году на том же самом месте. Спасибо, буду рад. Конечно. Спасибо вам.